Полимеризационная лампа корейского производителя Good Doctors. Лампа достаточно мощная. Мощность 1600 мВт на квадратный сантиметр. Лампа со световодом. И есть вот такое защитное стекло для врача. В лампе есть несколько режимов. То есть это и нормальный, и с мягким стартом, пульсирующий, и турборежим. То есть в руке достаточно удобная. Кому как удобно, можно держать по-разному. На данной полимеризационной лампе есть несколько режимов. Вот здесь с правой стороны у нас кнопка выбора режимов как раз. Легко можно переключать. Видно, здесь есть и пульсирующий, с мягким стартом, мощный, нормальный. Посередине у нас кнопка выбора времени работы, таймер, так сказать. 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд. И кнопка, соответственно, самого старта. Здесь мы включаем, видно, что все, пошло излучение. Также можно легко отключить, не дожидаясь, если уже не требуется работа. Еще одним плюсом данной полимеризационной лампы является то, что можно выбрать из нескольких цветовых решений. То есть ручка и корпус имеют как бы несколько вариантов. Это розовый такой, золотистый, зеленый, синий, серебристый. Лампа имеет достаточно мощный аккумулятор литий-ионный, что немаловажно. Заряжается она в таком положении на блоке. Блок подключается через зарядное устройство в розетку, соответственно. Вот такая замечательная лампа.